За кулисами последнее приготовление к самому масштабному конкурсу института «Мистер и мисс Митра». Конкурсанты гримируются, одеваются и при этом успевают рассказать нам, почему решили принять участие в проекте. Я пришла на кастинг, было очень много народу. И в какой-то момент я поняла, что я очень хочу участвовать. Когда я пришла туда, на этот кастинг, нам начали задавать вопросы, я поняла, что я очень хочу. Мне очень хотелось, ну не знаю, бывает такой момент, когда ты понимаешь, что ты готов. Ну, на самом деле, это помимо того, что бесценный опыт, это шоу одно из немногих, которое нравилось мне до того, как я поступала в этот институт. Я участвовал 3 года назад еще в 2 конкурсах, «Мисс и мистер Рязановская», «Мисс и мистер Новая Москва». И на том, на другом я выиграл. И мне теперь интересно, я пошел на 3-й конкурс, и мне хочется узнать, это везение или закономерность. Конференц-зал «Митра» кардинально преобразился. Сразу ясно, это новый уровень самого масштабного конкурса вуза. Состав жюри под стать конкурсу. Мощный, яркий и звездный. Мастера «Митра» Елена Летучая, Мария Ситтель и Александр Анатольевич. А также телеведущий, стилист Влад Лисовец. Модель и актриса Анастасия Решетова. Вас ждал, наверное, может сегодня перекричать олимпийские. Вы такие живые, такие энергичные, такие громкие. Первый этап – видеовизитка. Участникам нужно было снять ни много ни мало. Фильм о себе, в том жанре, который выпал во время жеребьевки. Второй этап – творческий. Вокал, стендап, танцы, игра на музыкальных инструментах, пластический номер. Главное – проявить свой талант и покорить жюри. Творческий номер я сделал ровно в 6 утра в день конкурса. Я долго осознавала то, что нужно будет выступать перед всеми, что-то показать, показать себя. Я продумывала, что мне лучше такое сделать, чтобы показать, кто я есть на самом деле. Безусловно, самый красивый этап конкурса – дефиле в вечерних нарядах. Сказать, что членам жюри этим вечером было непросто, не сказать ничего. В интервью они нам признались, ярких моментов было очень много, но у каждого свои критерии выбора лучших. Я оценивала именно взгляд. Мне нужна была именно эта искра, которая исходит от человека. Критерий сценического мастерства, критерий возможности самопрезентации, критерий умения держаться на сцене, актерское мастерство. Мне нужно, чтобы получился действительно номер. Номер сам по себе. Вот. Появление вот от и до артистично. Меня впечатлило, знаете что, меня впечатлила смелость ребят, которые понимают, видимо, что они поют не очень хорошо, но делают это так искренне и так по-настоящему. Мне кажется, за это можно прямо проаплодировать. Да, про участника с гитарой, да, я тебя солью? Да. И вот, самая ответственная и самая волнующая часть конкурса – объявление результатов. Кома Чергерова! Анастасия Кузнецова! Мне хотелось выйти в этот момент на сцену и просто пропеть начало моей визитки, когда я говорила, я не могу поверить. На самом деле я ожидал, что будет борьба. Борьба была, было нервно, было интригующе и было очень радостно, безумно радостно. Уже вышли вперед. Команда «Митра Лайф» поздравляет победителей и участников конкурса. Это был по-настоящему красивый праздник. Анна Рахматова, Татьяна Любимова, «Митра Лайф». Это был «Мистер и мисс Митра».